Дорогие друзья, сегодня у нас блошиный рынок. Вот хотела вам показать, какой он большой и сколько здесь людей. Все продают все, кому что не нужно. Конечно, у кого-то есть хорошие вещи. Можно даже выбрать велосипед недорогой. Здесь продают игрушки для детей. Здесь продают CD. Раньше, конечно, хорошие деньги имели CD-шек. Сейчас ничего не нужно. Вот стоит любая вещь за 1 евро. А здесь всякие горшки для цветов, для комнатных цветов. Ну, можно, наверное, и на улице что-то ставить. Всякие фоны, всякие цвета. Класс. Какая прелесть. Для бебечка. Ее можно... Ах, Недас. Я думала, можно качать ее. Нет. Ее только катать можно. Тоже классно. Интересно, сколько она стоит. Цены нету. Здорово. Ах, какой красивый наборчик. Вот этот. Я для кухни, конечно. Красиво. Но здесь все нужно. На все нужно иметь место. Посуда, конечно, красивая. Вот у нее. Тут тоже продают вещи. Посмотрите, какие красивые на лето. Вот такие ажурные, даже без косточки, кофточки, блузочки. Тут продаются сумочки. А тут, посмотрите, реалитет. Какие фляжки. Ну все, люди все равно все покупают. Ванны. Вон всякие пилы. Даже размер. То есть можно косить траву дома. И даже часы, посмотрите, всякие, все под фирмы. Ну и стоит примерно 10 евро. Детские игрушки, все новое. Окей. Я хочу вам показать, что здесь на этом столе есть. Тоже всего-всего полно. Посмотрите, все даже новое в упаковках. Все есть. Все, что хочешь. И вот лампы. И посуда. Пожалуйста, пейте чай, не хочу, как говорится. И телефоны. Старые альбомы. И все лампы. Рюкзак. Даже тарелочки для супа. Вот эти такие красивые. А это что такое? Все. Еще? Это вас и таз? Это вас... А, кофемашина. Еще на сбертнух. Классно, конечно. Хорошо, когда люди разрешают, когда можно что-то снять спокойно. Без... А, тут все для дома, для женщин. Посмотрите, тут сколько там. Нити всякие разные, пуговицы. Классно. Смотрите, каких только нет. Вот если надо какой-то безондерс, то, конечно, тут можно все найти. А тут, посмотрите, и утюги. И чего только нету. Ну, все что-то роются, все ищут что-то.